Всем привет, друзья! Сейчас вы увидите большую подборку только лучших антистресс-игрушек сайта AliExpress. Обязательно досмотрите это видео до конца и примите участие в конкурсе на любой товар из этого видео. Все ссылки на товары, как всегда, в описании. Поставь лайк и поехали! Fidget Куб. Как понятно из названия, представляет собой кубик. Пять его граней состоят из переключателей, кнопок и стика, как на геймпаде. Все эти дополнения кликают, щелкают и двигаются под пальцами. Получающиеся тактильные ощущения лучше всего оценит человек с беспокойными пальцами, непроизвольно крутящие ручки и любые другие предметы. Довольно безобидная привычка выводит из себя окружающих, а кубик позволяет снять напряжение социально приемлемым способом. Особенно сейчас, когда он стал модным аксессуаром. Эта настольная игрушка совсем недавно появилась на рынке, но уже завоевала свою популярность у людей разного возраста. Мокуру – это не валяшка, развивающая внимательность и мелкую моторику рук. А если вы находитесь на работе и часто испытываете стрессы, то аксессуар поможет вам быстро расслабиться и отвлечься от негативных мыслей. Сделана игрушка из дерева, потому является совершенно безопасной даже для аллергиков. Главная задача – перекатиться по столу или любой поверхности как можно дальше. Вы можете переворачивать аксессуар пальцем или ладонью, выписывая сам разные геометрические фигуры. Иногда хочется отдохнуть, в том числе и от головоломок. И в этом случае вам поможет расслабиться этот антистресс-тангл. Конструкционно это несложная вещица, состоит из 12 подвижно соединенных изогнутых элементов. И из них вы можете собрать ту фигуру, которую только сможете придумать. Плавные движения звеньев действуют успокаивающе. Они расслабляют и завораживают своими мягкими и скользящими движениями. А яркие цвета улучшают настроение во время создания завитков из игрушки. Игрушка очень компактная и легкая. Вы без труда можете поместить ее в карман или в сумку. Йо-йо. Эта игрушка, известная с детства, позволяет развивать координацию движений и тренировать внимание. В умелых руках с игрушкой йо-йо можно выделывать такие трюки, которые на первый взгляд кажутся просто невыполнимыми. Кстати говоря, сегодня существуют даже соревнования по йо-йо. Именно поэтому, если вы начнете работать с этой игрушкой и научитесь делать какие-либо трюки, то вам будет где проявить свои таланты. С такой игрушкой ваш ребенок попадает в удивительный мир открытий и спортивных достижений. Существует множество способов избавиться от беспокойства и подавленности, пока они не переросли в настоящую депрессию. Подвеска «Горох антистресс» – это своего рода личный психолог, который всегда находится в вашем распоряжении. Аксессуар выполнен из качественного силикона. Это яркий, забавный зеленый стручок гороха, внутри которого находятся бобы. Каждая горошина закреплена внутри стручка на силиконовой резинке и может легко оказаться снаружи путем сдавливания стручка. На бобах изображены веселые рожицы, которые способны вызвать улыбку и поднять настроение и ребенку, и взрослому. Спонсор данного ролика – компания 1xBet, где самые большие коэффициенты и быстрые выплаты. Все ссылки вы найдете в описании и в закрепленном комментарии. А по промокоду SUPERMISHKA вы можете получить бонус до $100 при первом депозите. Переходите и регистрируйтесь! Флиппи-цель представляет собой два звена велосипедной цепи, соединенные кольцами из нержавеющей стали. Производитель заявляет, что в отличие от обычного спиннера, она никогда не будет ломаться. Звенья соединены таким образом, что плавно нажимая в центр, кольца переворачиваются, унося тебя в мир безграничного спокойствия. Легкий, компактный и тихий – это идеальный карманный антистресс. Брелок-коробка передач вполне способен удивить каждого водителя, будь то любитель или профессионал. Данный девайс выглядит стильно, сделан качественно и, самое главное, оригинально. Он изготовлен из металла и имеет надежное кольцо для ключей. Ручка переключения также выполнена из металла, при переключении фиксируется на этой скорости. Теперь каждый владелец данного брелка может в любой момент потренироваться переключить скорости в миниатюре. Джойстик антистресс – это игрушка, которая разомнет пальчики, снимет напряжение и подарит заряд позитивных эмоций. Это отличная альтернатива щелканию ручкой, постукиванию карандашом по столу, всему тому, что мы начинаем делать, когда пытаемся сосредоточиться. У джойстика есть разные кнопки – переключатель, шарик, диск, каждый найдет сторону себе по душе. Некоторые из них издают характерные щелкающие звуки, а есть и тихие элементы, чтобы не создавать лишнего шума, например, в офисе.
Это тренажер для укрепления мышц и развития подвижности отдельных пальцев и всей кисти. Благодаря небольшому размеру можно использовать, например, по дороге на работу, в автобусе или поезде. Идеально для упражнений на растяжку и укрепление мышц. На тренажере располагается 5 автоматически расположенных отверстий для пальцев. Отверстия гибкие и способны адаптироваться к размеру пальца. Для тренировки нужно медленно растянуть тренажер и медленно с сопротивлением вернуться в исходное положение. Вообще, игрушки-антистрессы предназначены для того, чтобы занять пальцы и руки человека в минуту задумчивости и отвлечь его от этого. Крутить, трясти, нажимать, рисовать, мять. Вот небольшой список предназначений различных игрушек для пальцев. Производители этой игрушки пошли научным путем. Они предлагают в качестве антистресса использовать гравитацию, причем гравитацию различных планет – Земли, Луны и Марса. Игрушка представляет собой металлический стержень, по которому скользит специальный бегунок. Скорость свободного падения данного бегунка равна скорости его падения на той планете, которую представляет стержень. Это брелок, имитирующий пузырчатую пленку, но в отличие от нее он немного практичнее. Во-первых, пузыри не лопаются, что делает подарок почти вечным источником радости для истинных пузырелопателей. Во-вторых, тактильные звуковые ощущения при нажатии на пузыри брелока очень схожи с тем, что несет в себе оригинальная упаковочная пузырчатая пленка. В-третьих, брелок оповещает пользователя при лопании каждого сотого пузыря. Если стандартный звук лопающегося пузыря наскучил, можно выбрать другой звук. Биглери – это модная игрушка, которая уже успела полюбиться взрослым и детям. Ее популярность растет с каждым днем. Все хотят иметь в кармане аксессуар, который поможет расслабиться и успокоить нервы. На концах прочного шнурка небольшой длины закреплены две бусины, которые служат утяжелителями для аксессуара. Его можно крутить в руках и перебирать пальцами, подкидывать и ловить, делать эффектные манипуляции. Игра с ней способствует развитию мелкой моторики, развитию интеллекта и ловкости. Фингерборд – это маленького размера скейтборд, предназначенный для того, чтобы катать его пальцами руки, повторяя все трюки, на которые способен скейтборд. Преимущество фингерборда состоит в том, что трюков с ним получается гораздо больше, чем на скейтборде, и он доступен в любую погоду. Фингерборд поставляется в индивидуальной упаковке. С каждым скейтом в подарок идет ремкомплект. Это оригинальное кольцо из высококачественной матовой нержавеющей стали. Особенностью кольца является наличие 6 зубчатых колес, которые находятся в сцеплении с 2 зубчатыми рейками, которые синхронно передвигаются относительно друг друга. Кольцо с шестеренками – это отличный подарок не только автолюбителям и всем тем, кто не безразличен к технике, но и прекрасное релакс-устройство. После 2-3 минут игр в это кольцо настроение повышается, а стресс испаряется. Это кинетический песок помогает развивать мелкую моторику, творческие способности, логическое и пространственное мышление. В отличие от обычного песка, его не надо долго собирать. Материал имеет тягучую форму и напоминает по ощущениям влажный песок. С помощью кинетического песка можно придумать большое количество игр. Его можно перебирать, строить формы, фигурки, сжимать в руках. Песок приятный на ощупь, он может использоваться как расслабляющее и терапевтическое средство. Лепится, рассыпается, одновременно может быть плотным и воздушным. Преимуществом игрушки является то, что с ним очень просто играть, и детям нравится необычное ощущение от использования. Это магнитная ручка-конструктор, способная превращаться в очень увлекательную игру. Она никогда не наскучит, ведь с помощью цилиндров и шариков, из которых состоит сама ручка-магнит, можно создавать невероятно большое количество фигур. Она состоит из магнитных шариков и цилиндров, поэтому можно в полную силу использовать свое творчество. Колпачок ручки оснащен стилусом, который подходит практически для всех сенсорных устройств. Если вы захотите скоротать томительные часы ожидания или отдохнуть от работы или учебы, то магнитная ручка будет как нельзя кстати.
Но чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно подписаться на канал, нажать на колокольчик и в комментариях написать, что вы участвуете в конкурсе. Как только тут будет 5000 лайков, я объявлю победителя в своей группе ВКонтакте. На этом все. Всем удачи и пока.